Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказов Фаберлик по 11 каталогу. Сразу снимаем на пункте выдачи, потому что заказали школьную одежду, обувь нескольких размеров, все вам покажу сейчас. Так, первое, что у нас в коробке, это обувь. Так, как она у нас называется? Кроссовки для девочек, вот такие розовые, я взяла в двух размерах, 35-й, вот артикул, смотрите. Так, модель. И 36-й, точно такие же. Будем мерить и смотреть, какие оставлять. На каждую обувь и на каждую одежду я сниму вам отдельный ролик подробный. Так, вот 36-й у нас. И следующая коробочка. Что взяла? У нас здесь салфетки детские. Купончики. Кстати, купоны не забывайте применять. Они на другие категории будут. Колготки к 1 сентября, 40 ден, вот такие, потом покажем вам поподробнее тоже. Так, свитшот, очень красивый, в мальчиковой коллекции есть такой же, и в девчачьей, в 152 размере взяла, не знаю, будет велик, не будет велик, 146, по-моему, не было. Джемпер, жакет даже, о, жакет, жакет-блейзер для девочки. Сейчас все посмотрим. Так, дальше платье в школу. Трикотажное платье с укороченным рукавом для девочки. Вот артикул и модель, тоже 152 размер. Оно такое еще в бордовом цвете есть. Это, я думаю, мы однозначно оставим. Это бурматика, футболка. Вообще за копейки, 300 с чем-то рублей. Фуксия, 152 размер. И такие же леггинсы. Есть разные расцветки. Можно прям подобрать даже с толстовкой и с брюками. И леггинсы. Тоже фуксия, тоже 152. Так, дальше еще обувь. Это у нас с вами, как они правильно называются, лоферы. Да, лоферы. Если ей будет удобно, сейчас возьмем в 35 размере. Просто в школу ходит тапка. Так, и что у нас тут дальше? Так, что у нас с вами еще в заказе? В заказе еще одна детская туалетная бумага. Нравится, всегда берем, будем брать. 40 штук листов. Артикул. Артикул. Вот он. 304.01. И вот эти салфетки из кошачьей истории нужны не для котов, а для Крестюшки. Когда она чем-то делает ковер, они очень круто его оттирают. От фруктов, от всего остального. Такие трудновыводимые пятна. Прям заценили. Поэтому взяли упаковку. 308.04 артикул. Так, дальше по купонам взяла сыворотку для волос «Эксперт». Вот эту зелененькую. В новой версии ее даже ни разу не брала. Артикул 18.97. По купонам интимку мусс. Повторяю. 206.68 выгодно. И по купону пенка осюл тоже очень выгодно. Для умывания пенка обалденно. Одна из лучших пенок Фаберлик. 08.50 артикул. По купону тоже взяла мужской шампунь-гель для душ, потому что он в таком объеме достаточно дорого стоит. По купону выходит бюджет на 13.12 артикул. И по распродаже по срокам годности целых 10 масел Делайн. Мы с Ксюшей заценили его, делаем с ним друг другу массаж. Оно было по 4 рубля. По 4 рубля. Вот такие цены где-нибудь видели и не увидите больше. 10 штук взяла. Артикул 25.76. Масло обалденное. Можно просто после душа на мокрое тело, можно массаж. Не обязательно его использовать, как здесь написано, очищающее масло. Оно само по себе очень крутое. Вот целых 10 штучек. На этом все. На каждую отдельную вещь сделаю отдельный обзор.